Вот такие клевые товары ждут вас в этом видео. А те, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в конкурсе на 3 победителя. Приятного просмотра! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. В этом видео вы увидите классные и полезные товары до $2 с сайта AliExpress. Когда будете что-то себе заказывать, советую пользоваться кэшбэком. Так вы еще и сэкономите деньги с покупки. Ссылки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. И обязательно жмите на этот колокольчик, так вы будете получать свежие выпуски, самые первые. И как всегда в конце видео будет конкурс. Поехали смотреть! И первым товаром у нас будет светящаяся краска для боди-арта и не только. Абсолютно безопасная для человека. После использования смывается водой с тела и не вызывает аллергии и других последствий. Очень круто будет смотреться на летней дискотеке или ночной прогулке. Также эти краски используют для создания живых светящихся цветов в дизайне интерьера и для детского творчества. Краска светится в темноте до 12 часов, заряжаясь от любого источника света. Разветвители для наушников в виде прикольных мордочек. Созданы специально для тех, кто любит делиться своими эмоциями с друзьями и любимыми. Разветвитель подходит для всех устройств с аудиовходом 3,5 мм и подойдет к телефонам, планшетам и ноутбукам. Это не только универсальное устройство, но и стильный аксессуар, который дополнит ваш имидж. Вы сможете использовать его также в качестве брелка для ключей, либо в качестве яркого дополнения к вашему гаджету. Складной нож-кредитка. Это идеальный мужской подарок и крайне полезный аксессуар. Такой нож-кредитка комфортно разместится в обычном бумажнике, ведь по размерам он соответствует стандартной кредитной или визитной карточке. Может порезать дерево, картон, кожу, резину, а также фрукты, овощи, хлеб и мясо. Нож успешно справляется с задачами, непосильными для обычных карманных ножей. Божья коровка для зубных щеток. Крепится на стену и оснащена вместительным отделением. В него можно складывать пасту, щетки, заколки, косметику, карандаши для рисования и все, что вам придет в голову. Но лучше всего пятнистый жучок будет смотреться в ванной комнате, сэкономит пространство, освободит раковину от стаканчиков для щеток. Еще она подойдет для любого интерьера и в особенности понравится детям. Для полного удобства можно приобрести сразу несколько органайзеров разного цвета. Будет красочно и напомнит лето. Не знаю, как у вас, но у меня кабели от девайсов долго не живут. Основная проблема – это заломы у основания, которые деформируют провод, разрывая обмотку. Но от такой проблемки я нашел дешевый выход – это вот такая защита от заломов. Она собирается как конструктор из 4 деталей и создает внешнюю физическую нагрузку на провод. За выступающие части можно дергать и тянуть, не боясь разорвать или переломить кабель. Предлагается в нескольких цветовых вариантах, а это значит, что можно будет маркировать провода по собственному желанию. Стильные ветрозащитные очки. Очень удобные и легкие. Оправа изготовлена из пластика и выглядит привлекательно и очень круто. Очки препятствуют попаданию в глаза ветра и пыли. Стекла достаточно велики, чтобы максимизировать обзор и иметь хорошую вентиляцию. И сидят очень удобно. Их можно использовать при любом виде спорта, да и просто на прогулке. Музыкальная свеча с изюминкой, которая даже самый скромный торт сделает шикарным. Свеча загорается, как бенгальский огонь, и по очередности открывается 8 лепестков. И все это сопровождается музыкой. Очень приятное и захватывающее зрелище. Поджигаете центр цветка, и начинается фейерверк. Утихает фейерверк, раскрывается свеча, как бутон лотоса, и на каждом из 8 лепестков зажигается своя мини-свеча и играет музыка Happy Birthday. Особенно эффектно свеча смотрится на торте при выключенном свете. Удобная силиконовая бутылочка для путешествий. Ее можно использовать как для шампуня, бальзама, средства для умывания, тоника, кремов и другой косметики. Мягкость силикона позволяет извлечь всю косметику из бутылочки. Очень удобная вещь в использовании. Советую приобретать бутылочки разных цветов, чтобы различать средства косметики по цветам. Полимерная глина. Предназначена для моделирования и лепки игрушек, украшений, сувениров, предметов интерьера. Пластичная, хорошо сохраняет форму, может долгое время не запекаться и при этом не терять своих свойств, что позволяет работать над изделием длительное время. Свойства пластика позволяют делать очень тонкие и изящные вещи. Это доступная возможность сделать то, что невозможно купить. Делайте все, что придет вам в голову, любые формы, цвета, узоры, фигурки.
А вот такая штуковина подойдет любителям поплавать в бассейне, в море, либо в реке. Это ручные ласты. С их помощью вы будете чувствовать себя намного увереннее в воде и сможете быстрее плавать с помощью таких прикольных ласт. Сделаны они из силикона, удобно надеваются на пальцы и имеют несколько размеров, как для детей, так и для взрослых. Миниатюрный кулон «Лупа». Оригинальный кулон в тонкой красивой оправе – не просто изысканные и интересные украшения, но и удобная лупа. Такой элегантный и стильный аксессуар придется по душе многим женщинам. Его можно использовать в любых ситуациях, где необходимо любое увеличение. Ее можно применять не только при чтении текстов и рассмотрении изображений, но и в рукоделии, при наблюдении за насекомыми и в других ситуациях, когда требуется пристальное внимание к мелкому объекту. Ручки морковки. Это очень оригинальное и нескучное оформление повседневных канцелярских товаров. Оживит даже самый серьезный офис или скучную лекцию в институте. Овощной дизайн привлечет внимание и подымет настроение всего коллектива. Благодаря прочному пластиковому корпусу и сменному стержню, ручка станет верной спутницей вашего блокнота. Купите такую ручку себе или близкому человеку, и каждый рабочий день будет начинаться с улыбки. Забавные мягкие тапочки со смайликами. Даже самые серьезные и прагматичные люди обрадуются такому сюрпризу. Ведь это не просто улучшающий настроение сувенир, но и полезная вещь. Ярко-желтые тапочки будут согревать ноги своего хозяина и дарить радость всем окружающим. Этими тапочками можно как подшутить над другом, так и признаться в любви. В общем, равнодушным никто не останется. Дождевик для обуви. Позволяет защитить вашу обувь не только от влаги и грязи, но и от соли и реагентов. Дождевик очень прост в использовании, подходит как для обычной обуви, так и для обуви с высоким каблуком. В отличие от обычных галош или резиновых сапог, в этих дождевиках не обязательно ходить весь день. Они легко складываются и убираются в небольшую сумочку. Еще один плюс: у дождевиков есть нескользящая подошва. Подойдет как для ранней весны, так и для поздней осени. Формы для льда и шоколада в виде ананасов. С ними легко фантазировать и придумывать новые рецепты. В этих формах можно заморозить сок или приготовить мини-порции мороженого, желе или другого десерта. Особенно эффектно выглядят льдинки с замороженными внутри ягодами или дольками фруктов. Заморозив настой из трав, можно использовать его в косметологических целях. Силикон не теряет эластичность при отрицательных температурах, поэтому готовые льдинки легко достаются из формы и не разлетаются. Детская ложечка, меняющая цвет, поможет вам проконтролировать температуру питания, которую вы даете малышу. Благодаря специальному термочувствительному краю ложечка позволяет узнать, когда температура пищи больше 37 градусов. Если питание слишком горячее для малыша, безопасная ложечка поменяет свой цвет на более светлый, а мягкое основание не травмирует нежные десны малыша, а длинная ручка позволит доставать пищу со дна глубокой посуды. Очень маленький карманный вентилятор – спасение для лета. Портативный вентилятор избавит вас от изнурительной жары, где бы вы ни находились. Несмотря на его скромные размеры, карманный вентилятор справляется со своей задачей великолепно. Лопасти вентилятора гибкие и складываются при закрытии колпачком и удобно поместится даже в самом маленьком кармане. Работает вентилятор на двух пальчиковых батарейках типа 3А и довольно долго способен проработать без их смены. Эластичный бандаж на колено обеспечивает надежную компрессию коленного сустава, хорошо защитит коленный сустав от перегрузок, травм и растяжений, что достигается за счет разогревающего эффекта наколенника с закрытой коленной чашечкой. Эластичный согревающий материал высокой плотности обеспечивает амортизирующий эффект, долговечен, выдерживает многократную стирку, не теряя при этом своей эластичности. Я себе такой заказал и вам советую, даже из-за того, что у нас цена намного больше на такой бандаж. Интерьерная наклейка для детской комнаты с совами. Это дизайнерский элемент декора, выполненный из винила, тонкой эластичной пленки, которая легко и просто наносится и прочно прилегает. Винил наклеивается на любые гладкие и чистые поверхности. Стены, стекла, зеркала, холодильники. Легко моется и держится от 3 до 5 лет, не оставляя следов. Выглядит все это очень красиво и вашим деткам точно понравится. Прочный водонепроницаемый мешок-чехол станет прекрасным помощником в вопросе сохранности ваших вещей в различных условиях. С его помощью вы защитите свои ценные вещи от попадания влаги, пыли и воздействия других внешних факторов. Подойдет для хранения и транспортировки небольших предметов одежды, документов или ваших электронных гаджетов. Выполнен чехол из высококачественных материалов, которые помогут сохранить ваши вещи в целости и сохранности.
А вот и ваш любимый конкурс на 3 победителя. Приз конкурса – любой товар с этого видео. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях какой-то прикольный стишок. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!